Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест. Я не знаю даже, как это назвать. Тест шмест бест. Такс, в общем, тестируем героя 13-13. Сейчас я гляну, что у меня там по чарке еще есть. А, есть, отлично. Делаем, тестируем героя на максималке. Сейчас потестим с двумя талантиками. Это у нас будет наша асса. Вот такой вот вариант. Один вариант будет с оживами. Уклонения у него хватает. Второй вариант будет с СО максимальный деф, так как у него еще дополнительно есть отражалка. То есть мы с него сделаем тоже мегатанка по сути. Похерим, конечно, в некотором случае отражалку, но это все фигня. Самое интересное, что мы с него сейчас соберем мега имбу. Так, Бихрлёва нам не интересен. Так, ладно, это будет все очень долго и мучительно. Поехали. Let's go, baby. Давай, покажи нам класс. Покажи нам класс, сдивуй нас. Або будешь... Ну, вы на русском все равно не поняли. Так, окей. Какая сборка? Давайте изначально сделаем тест. Дефный вариант. Максимальный деф. 12-12 у нас 5 целей. 560 урона. 26. 26 энергии. 26, ребятушки. Вам не показалось. Вы все правильно услышали. 26. Еще раз повторяю. 26. Номер 26. Так, окей. Шучу я, конечно. Скажите, что-то накурил самодейным. Так, что у нас тут интересное? Надо брать. Надо брать. Батька сказал, надо брать. Знаете, как это? Кто смотрит хорошие фильмы? Брать, брать, брать. Оп, чик. Смотрите. Трах тебе дох. Видите? Видали, как я умею? Итак. Итак. Друзья, поехали. Поехали, 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 поехали. А что мы делаем? Я вообще не понимаю, что мы делаем. Нам надо вот просто так сделать. Вот так вот этих асур. Не, мы потратим лучше вот это. Жалко карт. Это целых 200 кгшек. В общем, делаем максималку. Я вам показал его статки. Вот так, бум. И смотрим сюда. Так, у нас там какие-то плюхи появились, то все фигня. 13-13, ребятушки, 13-13, 6 целей, 26 энергии. По сути, он сейчас будет включаться, но мы поставим, давайте еще мы его еще так конкретно задефим и поставим сюда каменку. Где ты? Нету каменки на аккаунте, это ужасно. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем с тобой играть. Такс. Вот она. Максимальный деф. Нету включалки, нету ничего, зато есть. Просто. Просто есть. Непонятно что. Let's go. Смотрим. И вуаля! Что мы имеем? Ребятушки, мы имеем просто мега имбу. Просто жесть. Честно говоря, Космо, конечно, там не вкачанный. Огник с водушкой. Боже, ребята, куда вы прете? На кого вы прете? Давай, Аса, включись. Аса заработал. Let's go! Давай, нагибай их всех. Немножко не оттуда он, конечно, мы зашли. Надо было не через Огника идти. Надо было Космо рубануть. Но что я могу вам уже сказать? Это кайф. Он тащит и неплохо тащит. Деф у него обалденнейший. Да, он не отражает много, но зато этого вполне хватит в PvP локациях, чтобы просто вот так только и все. И все вражеские просто герои, знаете, просто ничего не сделали. Как его?
Ну, держится. Не будем допускать его ухода в инвиз, надо сэкономить самики. В общем, поехали еще на кого-то нападем. Так, что у нас тут? Тут у нас та же самая, по сути, картина, но тут нету космо. Это радует. Поехали. Включился, и вот начался, ребятушки, полный трэш. Смотрим. Отражалки очень мало. Не то, что очень мало, а вообще практически нет. Но нам это нафиг не надо. У нас самый прикол в том, что не дает им зарядиться. Ну, практически не дает зарядиться. И держит. Нормально держит, я вам скажу. Вполне ничего такое себе. Аса. Короче, он тут не проходит. Поехали дальше. Нету у него урона. На подземках его использовать, ну, честно скажу, смысла я для себя не вижу, как и для вас. Это чисто пвпшный герой, он обалденный в дефе. На него можно хорошенько наткнуться, особенно на такую сборку, и просто тупо смотреть, как твои герои сливают. На атаке фортов очень многие используют и довольно-таки неплохо. 26 энергии снимает там, я не помню, сколько раз в секунду, по-моему. Или у него, по-моему, он всегда ж дамажит. Ну, раз в секунду считаю. Посмотрите. Да, у него урон небольшой, но он не дает им зарядиться. И он говорит им, да, свидос, ребятушки, вы тут ничего не сделаете. 26 энергии, они не успевают заряжаться. В общем, вот такая вот тема. Темка, скажем так, то есть в этом его суть. Ремка плюс жива варианты, либо такой вариант, ну, конечно, это не распространенные варианты, не все его соберут. А вот живая ремка делает реально иногда чудеса. Такс, ну чё, Аса, давай. Давай. Ну, тут, в принципе, и так все понятно. Поехали дальше, не будем тянуть время. Поехали на самое интересное. На аренку. Еще какие-то подарки присылают. Подарки мне присылают. Непонятно, что такое. Так, окей, поехали. Поехали тестить против нубасиков английских. Забрали энергию, ничего себе, смотритель там ударил, и все, и дальше начался трэш. Он включает один раз свое умение, и все. И он говорит им всем, до свидания. Ну, урон, как видите, такой себе. Можно собрать его с пактом на урон, с бастом, можно тоже неплохой вариант. Ну, то есть варианты сборок есть разные. Да ты шо, посмотрите, какие против нас герои. Фрейя там, куча разных геров. И мы просто им говорим, до свидания, Фрейюшка. Смотрите, Фрейя просто не успевает тоже зарядиться. То есть сейчас он доберется до Фрейи, он скажет ей, до свидания, Фрейя. Вот так вот, ребят, вот вам максималка. Посмотрите, что он делает. Он просто Фрейю унижает, он говорит, Фрейя недостойная. Ничего себе, она запустилась. Ну все, ребята, это все. Сейчас мы сольемся. Может и не сольемся. Ну, Фрейя как-то неуверенно бьет. Она не прокачанная. 1500. Благодаря тому, что у него отражалка встроена, он реально очень круто смотрится в такой сборке. То есть дефа у него дофигища. Он чем-то похож на Розу. Ну, Роза, конечно, по-своему красивая. Она себя еще дополнительно отхиливает. Процентуальный урон, чего нет у него. Но у него другая задача. У него забор энергии. Отражалка, которую мы похерили в данном случае. Но зато мы получили обалденнейший деф. То есть выбор за вами. Либо ремка жива и нежданчик противнику, и, возможно, вас иногда спасет, но он очень быстро проседает. Либо такой вариант, мне кажется, это более уверенный и универсальный вариант, чем все остальное. Так, ну давайте попробуем против стрелка. Стрелок, я иду к тебе. Я иду к тебе через Фрейю. И что мы видим? Нас просто обошли, нас просто унизили. Вы этого не видели, мы это вырежем. Так, череп. Давайте попробуем вот такой вариант.
Оса, давай тащи их. Покажи им, кто в батьке. Кто батька. Let's go. Ну, они его не пробивают. А ему просто насрать. Тот же самый вариант. Фрея, которая не может ему ничего сделать. У него усиленный отхил два раза. У него смотритель зеленый, который его хилит. У него стоит ангел. И мы говорим ему: ребятушки, до свидания. Вот вам антифрея. По сути. Прикольно, конечно. Мне нравятся его скины. Но зеленый мне скин как-то больше нравился. Но это тоже, в принципе, неплохое. Лабуш. Сори, лабуш. Сори. I'm very sorry. Это все он, а не я. В общем, для PvP локаций, где массовая, ну, массовая сборка героев, то есть они все вместе, то есть это забытое сейчас будет, он реально будет тащить. Ну, тут, наверное, все в разброс. Нет? Ой, красиво. Поехали. Космо, не бей. Не бей, пожалуйста. Не бей туда, я сказал тебе. Сволочь, ударил. Давайте еще разок. Блин, вот плохо, что космо, видите? Космо попадает. Ну, без вариантов. Тут просто бьют. Давайте еще попробуем мохнатку словить. И пойдем на PvP локации. Не получилось у нас ее словить. Сейчас мы попробуем еще разок ее словить. В общем, герой обалденный для PvP локации. Аса тащит. Они его 450 бьют. То же самое он говорит Фрей сейчас: до свидания. 6 целей он по-любому будет Фрею бить, он будет ее. Ну, она, по-моему, хилит себя, да. Она себя хилит. Или нет? Не, не хилит. То есть даже против Фрея такой вариант просто обалденный. Сейчас будет самое интересное. Это будет забытая битва. Вот в ЗПшке там просто отлично, я думаю. Я надеюсь, он зайдет там отлично. Сейчас мы это посмотрим. Форматим. Убираем дерево. Ставим сюда асу. Аса где-то. Аса. Ну чё, поехали. Какой-то трифит. Ну, тут, скорее всего, у меня противники такие некачанные сейчас будут. Мы тут быстренько. Набор энергии у него, как видите, довольно-таки неплохой. Он говорит очень быстро всем до свидания. Вот интересно будет на Ронина попасть на такой сборке. Посмотреть хотя бы, сколько Ронин будет отражать. Если мы его встретим, конечно же. Тень Хрона. Так, есть такой же аса. Вот это, думаю, будет интересно. Ой, аса, огник, командорг. Ого, ничего себе. Какие против нас имба-герои. И смотрите внимательно вот сюда. Что мы можем сказать, ребят? Что все-таки он реально неплохой. Ой-ой-ой-ой-ой. Почти-почти-почти. Ангел, давай. Чуть-чуть нам не хватило. Мы кого-то слили. У нас остался аса, и там еще кто-то был. Но у них неплохо. Я считаю, неплохо. Конечно, блин, жалко, жалко, что у нас отхил не включился от ангела. Было бы очень интересно посмотреть. Но урон, вы видели, он даже там тащил. Я думал, что он реально затащит, но против смотрителя там варианты очень хреновенькие. О, Фрея, которая ходит в инвиз. В принципе, правильный вариант. Но не всегда работающий. Потому что есть Фрэнки. Так, ну давайте. Ай, блин, зря поспешил. Там был хороший противник. Ладно, давайте этого сейчас вольнем. Надо было попробовать против Розы.
Разменялись, короче, дрейки ударами. Красавчики. О, огник. Поехали наказывать огника. Или нет? Опять асса. Ну посмотрите на этот входящий урон. Это просто смешно. Посмотрите на вот это. Вот это просто кайф весь. Блин, круто. Вот реально круто. Вот смотри. Жесть, ребят. Посмотрите, что он творит. Вот это реально очень крутая сборка. Я вам, к сожалению, с оживой так и не показал. Это все фигня. Самое главное, что он именно для этой локации, именно здесь он тащит. Да, у нас там сейчас огник, я не знаю, мы его вряд ли сольем. У нас нету столько атаки, но, блин, остальных он посливал. Огника ограничения, как и у Фрейя. По времени мы чисто, к сожалению, проиграли. Но в остальном всем он реально очень топовый. Ничего себе, ничего себе, ничего себе, вы видели это? Вы видели, да? Давай, мохнатка, покажи им, кто батька здесь. Так, ну тут мы должны их... Что это было? Куда они делись все? Так, окей, ну давайте еще здесь попробуем. В общем, я доволен такой сборкой. Это реально обалденная сборка, и вам советую делать. Не смотрите на ту отражалку, отражалка фигня. Самое главное ему сделать максимальный дап, и чтобы он включился. Все. Он по чуть-чуть постепенно их посливает. Вот тот же самый вариант, в принципе. По чуть-чуть, уверен. Ну, тут... Опять же, он Фрейю не убьет точно так же, как и Огника. В любом случае, в любой раскладке, потому что там ограничения. Он все равно больше дамажить не будет, он не скоростной герой. Будет отхил, видите, Анубиса он слил, а Фрейю он, ну, никак не сольет. Даже без топовой прокачки она будет просто с ограничением выживать. Всех остальных он ушатал. Вот такие вот пироги, ребят. Поэтому пишите комменты, ставьте лайки, пишите, что вы думаете по поводу этого героя. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.